Right to Life presents. Дети измазали этого 4-месячного щенка строительным клеем. Засохший клей, словно цемент, прилип к коже животного и стеснял движение. Мы покажем удивительное преображение щенка по кличке Паскаль после того, как ему помогли зоозащитники и длительного восстановления. После нескольких месяцев лечения песик обрел новую семью и живет в Испании. На фото счастливый Паскаль бегает по пляжу, хотя совсем недавно не мог даже пошевелиться от сковывающей движения корки из клея. В ноябре новость о щенке из Стамбула потрясла любителей животных по всему миру. Дети изрядно поиздевались над животным. Облив его промышленным клеем, они волокли его тело по земле, а затем бросили в коробку. Если бы не спасатели, жить малышу бы осталось недолго. Густая смесь клея и мусора превратилась в твердую корку, к некоторым участкам тела перекрылся приток крови. К тому же, у щенка обнаружили опасный вирус, и он оглох на одно ухо, вероятно, от проникшего внутрь клея. Первые часы в приюте прошли для Паскаля напряженно, пес заскулил и забился в угол комнаты, откуда настороженно наблюдал за персоналом. Щенка полностью побрили, и он снова мог полноценно двигаться. Целый день после процедуры малыш был в стрессе, его кожа была красной и воспаленной. Благодаря любви и заботе, Паскаль медленно, но верно научился заново доверять людям и, наконец, вернулся к нормальной щенячьей жизни. За время пребывания в приюте у него даже появился товарищ, еще один щенок, который помог Паскалю быстрее реабилитироваться. Оставалось только найти любящую семью для чудом спасшегося щенка, что не составило труда. В марте группа зоозащитников опубликовала несколько фотографий Паскаля и его новой семьи. Сложно поверить, что этот ухоженный пес с шелковистой шерстью недавно прошел через столько испытаний. Сейчас Паскаль живет в Испании. После всего ужаса, что он пережил, пес наконец счастлив и вовсю наслаждается жизнью. Право на жизнь помогает приюту для бездомных животных. Приют не имеет финансирования и живет чисто на пожертвования. Работники приюта каждый день трудятся на благо животных. Смотря видео на канале, вы помогаете приюту тоже? Скоро на канале полная версия посещения редакции приюта, где расскажем, что еще предстоит для приюта сделать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.